Хей, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Blood West. Я вот не помню, мне форт надо? Вроде как не надо. Вроде я там все сделал, ты мне что-то хочешь? Копай золото под тотемом. Именно золотые слитки, да, нужны? А, нет, вот это золото. Но можешь взять благословение одно, хотя посмотреть, что оно дает. Кошачьи удачи, надо заплатить. Купать бесшумно. Недюжные силы медведя. Замечать все, что блестит, словно сорока. Удача. Пока вы не погибнете, во. Проклятие после смерти больше не грозит. Это что? Это что, удача, что ли? Что за бред? А еще можно одну? Сила медведя, может, лучше? А, все, больше он не может. А, прикольно, такой бред взял. Я-то думал. Так, мне надо на лесопилку. А, мне надо поговорить с чуваком. Я его где-то наверху видел. А. Но не могло же это в другой игре какой-то быть. О. Ну и стрёмный же ты. Рад встрече! Наши пути снова пересеклись, и мне снова нужна твоя помощь. Это ведь нормально, что благородный человек должен помочь нуждающимся. Как ты уже догадался, мою бренную плоть разъедает ужасная болезнь. Но надежда не угасает, даже в таком темном месте и гнетущем положении дел. И ты можешь разжечь пламя надежды еще сильнее. Это болезнь, вот почему я здесь, вдали от цивилизации. Видишь ли, я мог бы прожить свои последние дни в роскоши. В моем распоряжении были лучший табак и бренди, лучшие повара, и кто-то всегда грел мою постель. Но до меня дошел слух, что в пустошах спрятано лекарство от всех болезней. Поэтому я собрал отряд лучших воинов, которых мог себе позволить, и отправился сюда. Может, его вообще не существует? Оно существует. Я в этом уверен, иначе я не стал бы тратить свое время и силы в этом позабытом богом месте. И не стал бы рисковать жизнями моих людей, которые пришли сюда со мной. Царствие небесное. Почему ты уверен, что оно здесь? До этой жизни я был неплохо устроен во внешнем мире. У меня были контакты. Благодаря им у меня было достаточное количество улик и зацепок. Оно точно здесь, ждет меня. Если оно реально, то где его искать? Если бы я знал, где оно находится, я бы не стоял здесь. Все, что у меня есть, загадка, клянусь. Это мой осведомитель. Этот мой осведомитель еще поплатится. Всяк, кто смертен хворью заражен, в земле сей круг ступай, свои ты силы испытай, и будешь жизнью новой одарен. Пока что мне не вышло разгадать ее, и некоторые другие дела требуют моего внимания, так что я не могу просто бродить, пока не наткнусь на нужное место. Об этом лекарстве. Ничего? Благослови. Благословить тебя? Что ты ими... конечно, дитя могу, мое. Я могу благословить тебя во имя Господа нашего и Святого Духа. Все, что мне нужно, это небольшое пожертвование в качестве доказательства твоей веры. Держи. Во имя Отца нашего Сына, Его и Святого Духа, да хранит они тебя.
да защитит тебя от зла их свет. Готово. Святые слова защитят тебя от неприятностей, но лишь на один день. Вернись ко мне, чтобы снова получить благословение. Да пребудет с тобой свет. Так, новое задание. Что это за благословение? Ты без понятия, что это дало. Может быть, эффект зависит от твоей веры. Хм. О, почти левел, кстати. Так, где-то в этих краях есть лекарство от всех недугов. Панацея от всех болезней. Возможно ли это вообще? Ты в этот круг ступай. А что у него еще есть на продажу? Куда собрался? О. Урон 10 всего. Он хуже. Мститель обычный. Не надо. Есть какой-то розовый сироп. Дальнобойные патроны. И громоздкий и тяжелый рюкзак. Сделан специально для тех, кто странствует в неизведанное. А тут просто большой. Но берем еще один рюкзак. Раз уж тут столько барахла собирается. О! В него можно уже больше предметов запхать. Это хорошо. Так, на выход. Убираемся отсюда. Куда-то. По тоннелям выйти лишь бы куда. А, я вышел туда, куда я привык выходить. Ну, погнали. В форте закончили. Теперь лесопилка. На форте же квест не указан. Да не, вот я же священника нашел. А там еще кто-то будет. О, у него вот можно, у него же что-то было. Ну, у него хлам вообще. Вообще прям хлам. Пусть валяется. Вот. Пацаны. По крайней мере, пацан. Я еще и не спалился. Как странно. Ну ладно, чё уж. А, теперь спалился. Ну чё? Ай! Как можно было так промазать? Да нефиг вообще целиться. Вот. Прицел только все портит. Так, а что это я как-то тут больше никого? Ой, блин, лазю так открыто. Кстати, у чувака ключа не было. Но тут кто-то есть. Собаки вон ходят. Вообще пусто. Да, вон. Я тебя видеть. Успею ли я до тебя добежать? Упс! Прилетело кому-то, да? Пусто. Нужник. Так, здесь уже их много. Там два. Там пёсель ходит. Еще два. Как бы их разделить? Ну, стрелок вон пошел. Собака. Да блин.
И ко мне идет еще. Вообще вот нас стоит уже. Опа. Спалился я. Нормас, нормас, нормас. Я их раздраконил, троих. Чё, вкачаем, наверное, уровень. Злотыскатель, нафиг, человек-невидимка, в принципе. Быстрее передвижение. Попал. Эффективную дальность выстрелов в голову. Да я думаю, можно. Смертельная точность. При использовании водоискателей время замедляется на 35%. Рефлекс. Неудачная дальняя атака. Увеличивает увечья, причиненные в рукопашном бою на 75%. Каждый недостающий процент, процентный балл единицы здоровья, увеличивает увечья в рукопашном бою. Жив и опасен. Максимальный ХП и максимальная выдержка. Это вот самое, блин, полезное. Каждое убийство восстанавливает 25% выдержки. Смертельная точность. Ну, я не знаю, что за видоискатели. Эффективная дальность выстрела в голову. Вот, тоже классно. Грузчик. Размер инвентаря на следующее количество строк. 2. Давай. А что мне это даст? Ничего же. Жив и опасен. Давай. Он 3 стоило мне. Все 3 очка потратил. На жив и опасен. Так, погнали. Я жив и опасен. Того надо ждать, пока он, блин, падла, отвернется. Давай разворачивайся. Отворачивайся, падла. Не хочет. Не понимает он меня. Не понимает нормального, блин, языка. Как с ним по-другому разговаривать? Стрелок. Убить. Ты будешь убит и уничтожен. Ну это, конечно. Попадание со средней дистанции. Я не понял, я ему прям в голову попал. Ну твари, а? Увидел и побежал, значит. Тут никого. Сначала перебить всех вообще здесь. Живых, мертвых. Все. Живых нету. Так, ну, надо уже начинать перекладывать, да, сюда вот эти ружья. И эти. Какой хороший мешок. Видите, сколько он вмещает. Классный мешок. Ну и обчистим это место. Тут надо чекать под... Вниз некуда. Патрон, патрон.
Что за говно? Если пьян, повышает здоровье на 40%. Если пьян, повышает выносливость на 40%. Если пьян, ускоряет восстановление выносливости на 40%. Если пьян, начинается кровотечение, не может быть снято, если пьян. Печень. Вечно бухим бегать? Где же набрать столько ресурсов? Все, да? Маленький домик. Но это вот у меня уже была, это собачья. Блин, от собаки. Я ее продал. Типа, чтоб собаки первые не нападали. Но мне это и не надо. Крупнокалиберные патроны. Крупнокалиберные патроны есть, а оружия крупнокалиберного пока нету. Ключей никаких не видно. Ну, здесь больше ничего не видно. Все? Go дальше, там вон привидение. Но я их убью, что будет? Они потом опять появятся, да? Трупешник висит. Давай. Ой. А, так это не трупешник висит. Это привидение, которое вполне стреляет себе. Призрачными, как будто пулями. Бежать нахер от него, убьет же сейчас. Офигеть. Я чуть не кончился. Силок больше нету. Поможет ли? Удар. Да блин! Силок нету, надо идти лечиться на этот домой. В пещерку. И возвращаться туда же. Как-то ж я его убить должен. Долго оно за мной летело. Вон она. Ну блин, у меня супер топор вообще-то. Как оно быстро меня спалило, я вот не понял, как будто и увидел. Да, это риск, но что поделать. У меня же 9 жизней есть. Я его тупо не догоняю. Ну, она уже почти домой вернулась. Да блин! О чем я говорил? Вот, оно в конце очень быстро идет. А я не потерял опять ничего. И 9 жизней не потерял, потому что я и не умер. Так, вернулись к этой твари. Ну реально похоже, как будто труп висел. Ну да, оно шевелится, но блин. Там привидение, что с привидениями-то делать? Надо, чтоб спалил он меня. О. Улетели-то призраки.
а не он сам. Он прям на меня смотрит. О? Так, ну сейчас я его со спины-то подойду к нему. Как-нибудь. Встанет, надо посмотреть, в какую сторону он будет. О, нормально, да? Главное, чтобы не поворачивался. Да ты чё, тварь? К нему нельзя подкрасться, я понял. Чем ближе я подкрадываюсь, тем он быстрее меня замечает. Как его убивать? Падла! Я не успел выпить! Успел я выпить. Но он меня все равно убил. Слушайте, 50% шанс вообще никогда не сломается. Я задолбался уже! Он, походу, тут остался. Да, вот он. Неэффективный выстрел, я понял. Ну как он так стреляет? Он стреляет как-то низом. Промазал. Промазал. Он вообще меткий. Подлетит, летит. Офигеть. Его что, только серебряные пули берут? Я не знаю, как его убивать. Его, наверное, только серебряные пули. Я офигею. Что за тварь такая? Бестолку и бестолку. А у меня на дробовик вон 3 всего. Понятно, там много выстрелов было неэффективных. Как-то может его издали проще гнобить. Побежали обратно. Сколько раз он меня уже убил? Мне надо сохранять тогда. Че, он на свое место ушел? Ну да. 2 четких надо выстрела. Подойти чуть поближе. Да блин, ему вообще чхать на все. В упор. 2 четких выстрела сделал. Ушел. А это у меня патронов нету. Вокруг может дерево походить с ним. Он вообще перезаряжается когда-нибудь?
Убьет. Он только отагрился и сразу меня увидел. Надо, чтобы он, наверное, отагрился. Сидим. Вот. Но он сразу, я только шевелюсь, он сразу меня видит. Что с ним, блин, делать? Убил! Ха-ха-ха! Грёбаная тварь! Чё я радуюсь? Хилок у меня с собой нет. Патронов 2. Но у меня есть с собой верный топор. Где я, блин, его встретил? Да где-то вот тут. Вот этот долбанный столб. Да уж. Но это тоже на самом деле проблема. Там вон еще один такой же, наверное, стоит. Призраки летают. Это тоже вот проблема. Куда мне эти собаки? Вон та и вон те не проблема. Это сейчас мы топориком поработаем с ними. А тут что? Ничего? Так надо, чтобы он отвернулся. Ну, идет прямо сюда. Ну ты говнарь! Я уже чуть не спалился. Отвернулся. А, меня сейчас второй чекал. Только попробуй развернуться. Не стреляй, прошу. Да лучше мне убежать. Ну как у меня ожерелье-то не ломается? Ужас вообще. Ну вернее, круто, что оно не ломается. Я не умираю и все. А. Сейчас будет стрелять. Я вообще не хотел, чтобы он меня плечом бил. Я просто забыл. Да и вообще я хотел, чтобы он отстал. Вот так. Прям по реке пошел. Ну да, подкрадывание уже не особо-то работает. Уже сложно очень подкрасться. Я вот все, что я подкрадываюсь, он столько от меня и отходит назад. Ну как мне теперь отхилиться-то? Ну бинты есть, чё? Все бинты сейчас заюзаем. Теми лучше пока не сталкиваться. Нужен отхил. А, там еще один. Что за место такое? Ну, он топором дерется. Так у меня ему патронов нету. Убивать его. Ему точно больше 2 выстрелов. Ну, либо потом придется топором добивать, или что-то типа того. Коллекционеры кожи. О! Ну, опять. Птичка по мне, я умираю. Вообще, был у меня артефакт, который каждую секунду хилит. Чуть-чуть, но подхиливает.
Хорош. А меня теперь же не лечат убийства вообще. Только с дробовика выстрелом в голову. Но я не попал. Это значит что? Правильно, кровотечение. А, я умер. Сломался, все, сломалось мое ожерелье. Становится очень сложно. Надо что-то делать. Так, в новый бой. Ничего я не поменял, пока такие же артефакты. Ладно, еще раз сдохну, сломается этот амулет. И можно будет менять. О, это ерунда плавает. Ну, ее-то я хотя бы способен. А я патронов не взял, правильно? У меня вообще ноль патронов. Надо патронов найти. Значит, я тупо с мелиоружием. Убил? С одного удара? Я не думал, что убью с одного удара. Где тот говнюк, который меня отправил на тот свет снова? А, я вообще не с той стороны. Блин, мне надо в сторону лесопилки. Что я здесь делаю? Да, патронов взять не додумался. Ужас. Да, вообще не надо. Город. И в город не надо. Вон, лесопилка. Я поговорил с этой девушкой. Торгашкой. Она сказала, что она тоже больная и что ей тоже нужно лекарство. Ну, я уж лучше ей лекарство отдам. Она хоть не выглядит такой больной, как он. А ему, может, уже ничего не поможет. Патроны дал? Не те. Дай мне те патроны. Ты урод. Так, ну и что это? Это город. Зачем я в город? О. Так я здесь бывал. Когда я только сюда пришел, да, на эту карту, я вот здесь убивал каких-то товарищей. Делает вид, что мост охраняет. Сейчас я его сделаю вид. Тварь вонючая. На! Отправляйся в ад. Это что за штука там сидит? Похоже на паука какого-то. Там он плавающий. О, я про него и говорил. Во. Стремная штука. Кроме как топором, бить его нечем. А как оттуда выбираться-то? Туда потом бежать? Мне не кажется, что я его... Меня кто-то видит? А, плавающий убить. Но он же не может на меня прям смотреть. Он меня только слышит. Но эту скотину надо убить. Только, дядь, без резких разворотов, пожалуйста, прошу. Оу! Да-да-да, я понял. Опять? Перебинтовываться. А это значит, штука еще страшнее. Да это такая же штука, нет? Нифига, как она резко повернулась.
Такая же плавающая, только она не плавает. У меня есть коктейль Молотова, если что. А чё это он сюда резко начал смотреть? В разные стороны. Ворочается. Чё ворочаешься, тварь? Капец. Такая же эта штука, как и та была. Ой. Просто она, блин, на суше сидит. Чё, опять хилку? Сколько можно-то? Да вот зря я выпил. Так, давай, где нам ему этот? Вот, одевай. Лечи, восстанавливай пока здоровье. Нет. Бежать! Я никогда до этой лесопилки не добегу. Блин, а? Гоняют, гоняют. По всей карте. Собаки бегут. Эти-то уже не отстанут, да? Беги уж налево. У меня какие артефакты стоят? Я сейчас всю цену сброшу этого предмета своего. Да где пещера-то? Убить их сразу. Вот, я неправильно сделал. И мне надо вот так тогда. Но они появятся, эти собаки. Не, ну разве что собаки вообще не появляются. А где их? Не вижу. А, вон они. Да, это какой-то кошмар. Везде меня гоняют. А. Я подумал, вам плевать, молодая леди. Да-да, пошли хилиться. Патронов хоть возьму, блин. Так, вышли. Снова. Ну где я был? Где-то я был. Так, что у меня? Кольцо? Все как по-старому. О, пацан стоит. Два пацана стоят. Я сегодня на лесопилку-то вообще попаду. Не поворачивайся. My way need a rest. Надо. Ты ж больной полудурок. Тут же, кстати, шпага. На этом островке. Я тебе сейчас... Блин, а? Чуть не попал! Да ты задолбал! Чё, меня даже этот один убивать, что ли, будет теперь? Да ну, капец! Их тут... Да хера! Чё это за остров? Вот этот островок? Пфф, какой бред! В голову попасть не могу. Я там убил, наверное, только одного. Как меня вообще на этот остров занесло?
О. Здесь еще один этот остался. Задолбали поворачиваться. Ну их я вроде убивал ножом еще. Ну куда этот делся? Чушкан, который с ним тут ходил. Который повернулся, когда не надо. Это двое, я вижу. А здесь еще один есть, их тут оставалось трое. А, либо я убил его последним выстрелом. Вот и все. Ну, сабля, я посмотрел, она мне не нужна. Только на продажу. О! Еще один. Я что, их так не до конца тут зачистил, что ли? Я много их убил, штук 4, наверное. Они появились? В палатках я лазил у них. Тут они появляются. Город. Что с этими коллекционерами делать? Ну, отбежать, с дробовика расстрелять. Ну, блин, они с собаками. Вот с этими. Да лучше вообще-то не вставать. Молодец. Покушал? Лошадей тут сожрали. Ой. Ну давай, раз уж мы спалили. Спалились. Ненужная монета. Не, ну если благословение, там вот силы медведя, что интересно такое. Для этого надо сдохнуть. Да блин, меня собака спалила, а не он. А, бегут оба. От собаки-то я не убегу. Это я уже понял. Поэтому ее придется, скорее всего. Нет, не придется. А вот ему надо, от него я убегу. Надо, чтобы он отвернулся. Да блин! Долго они меня гонять будут по всей карте? Коллекционер такой жирный, ведь не отстает. Я не знаю, куда мне сейчас от них убегать. Мне тупо выносливости уже не хватает. За деревом за этим спрятаться. Что это такое? Стрелок. Коллекционер-то отстал.
Ты чё, блин, такой меткий, что ли, падла? Это чё за херня? Человек в дереве. Погоди, погоди, погоди. Позже. У меня есть незаконченное дело. Так, тебя перезаряжать не нужно? Да ладно, я их убиваю? Изи. Я причем по нему не стрелял. Я ходил долиною смертной тени. Теперь я смотрю на это болото и вижу, что в нем ничего не осталось. Есть кто-нибудь? Ибо не делаю добро, которое хочу, а зло, которого не хочу, сие продолжаю делать. Эй. Раньше здесь зиял свет, но его одолел прилив тьмы. Остерегайся ослепленных гневом, ибо они волей судьбы угодили в ловушку. И тогда пришел. Да он одно и то же будет повторять. Да. Его либо убить. Не убить его. Но вот что-то на него надо. Нафига он здесь? Возможно, цветок с болота. Хотя, чё мне этот цветок? Может, надо, чтобы он в инвентаре был, потому что про цветок ничего не написано и ничего не понятно. А может, он вообще просто так? Возьму цветок, потом выкину при первой возможности. Так, вот здесь сейчас. Меняем. Lost and recovered. Спиной? Спиной. Вот этих тварей надо убивать, ну их нахер. Повернулась ко мне. Да ну тебя нахер! Ну я же сказал, ну тебя нахер. Оно взяло и повернулось. Смей меня трогать больше. Оно меня убьет сейчас. Если я от него не убегу. Я вообще еле бегаю. Очень мало я могу бегать. Отстал. Да блин! Ну вот... Грёбаное тупое дерьмо. И долго вы меня гонять-то будете? Где оно есть? Вот оно сидит. Так, где дерево? Сорвал цветок. Здоровье вообще не восстанавливается, да? Раз в 5 секунд. Очень-очень медленно. Нифига ему не надо. Может, их сюда какое-то количество надо принести и выкинуть здесь. Да, черт его знает. Так, мне сегодня не дойти вообще до этой, до лесопилки. Прям вообще не дойти. Где тут пещера? Вернемся, отхилимся.
Никак я не могу добежать. Так, все. Ну и что, ребят, тогда в следующей серии мы туда рванем. Слишком много я в этой серии сдох. Слишком много. Так. Барахло тоже продать. А если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи. И пока. Пока.